Нынешнее поколение должно знать историю своего государства. Так сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе посещения музея жертв политических репрессий. Глава региона поговорил с их потомками, изучил экспозицию, представляющую большую историческую ценность, а также поручил перенести музей в более подходящее место. Репрессирован был Лапин, Иван Усяв Алтайский. И вот Лапин, он отбывал ссылку в Тынде, это зона БАМа. Так как не было бумаги, чтобы писать домой письма, он писал вот письма на листочках, либо газетных, либо журнальных. Вот. И обрабатывал бересту, и на бересте писал вот такие вот открыточки. И семья получала вот эти письма. Письма счастья. Вообще, конечно, вот письма заключенных – это самые интересные свидетельства. 31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода 1931-1933 годов в Казахстане. Эта дата, как говорит Даниал Ахметов, стала символом тех страшных страниц нашей общей истории, которые мы не имеем права забыть и перелистнуть. В те годы в Казахстан депортировали более 5 миллионов человек со всего Советского Союза. Наш долг – вернуть добрые имена своим соотечественникам и сделать так, чтобы ни одно имя не было забыто. Этот день не должен оставаться вот какой-то забытой страницей, поэтому я прошу вот начальника управления культуры найти незамедлительно другое место с тем, чтобы нынешнее поколение знало историю своего государства. Нам нужна история, мы должны знать, почему так произошло, с тем, чтобы в будущем не было подобных людей. В Восточно-Казахстанской области специальная комиссия рассмотрела уже 19 тысяч дел жертв политических репрессий. Более 1200 из них находятся на стадии реабилитации.